Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Cut Quest. И мы с вами остановились, я уже не помню где, сейчас будем разбираться с вами. Странный амулет, да, точно, ребята, странный амулет у нас. Ну что же, пойдем тогда по следам. По следам, куда нас они заведут, неизвестно. Куда-то заворачиваем. Пошли вон отсюда, а, белочки. Вижу, вижу, ребята, вот сюда нам нужно. На земле есть метка, она похожа на метку на амулете. Магический след обрывается на этой метке. Погоди-ка, я слышу чудовищ. Ого, вот оно как, значит. Черт подери. Все-таки немножко поджарили меня. Ну, да ничего страшного. Сейчас они за это поплатятся. Ну-ну-ну, давай, конечно, ага. Все, и мы получаем 13 уровень. Плюс мы восстановили себе полностью здоровье. Ага, вот так вот. Хе-хе. Салабончики. Не доросли еще. Дай-ка посмотреть на метку. Ну-ка, давай посмотрим. Опа. Кота, боже мой, ты откуда? Амулет, мне нужен амулет. Уж сейчас. Отойди, напарник. Отойди. Вот сюда, значит. Отдай мне амулет. Она хочет амулет, который мы нашли в городе. Не отдавай, брось его в воду. Хорошо, давай. А, выкинули мы. Ну и что теперь ты скажешь? Мяу, что за странный символ? Откуда вы здесь появились? Почему я ничего не помню? Божечки-кошечки, мне надо отдохнуть. Мне кажется, те, кто видит этот символ, следуют за амулетом. Кто-то заманивает котов в тот жуткий город. Надо узнать, кто за этим стоит. Давай обыщем город. И задание у нас выполнено. Только проблема в том, что какой я должен город все-таки обследовать. Вот это для меня странно, но здесь доска есть. Давайте возьмем задание. Тайны Востока. На 11 уровень, конечно же, мы соглашаемся. Кто-то подозрительный бродит вокруг. Помоги найти его. Добрый день, это моя запроса. Я повар Вибриса. Как видишь, я готовлю новое блюдо — рыбное рагу. Мяу. А у тебя много посетителей? Мурси, ну тут так и рыщет некто подозрительный, и он хочет украсть мой рецепт. Вор должен сидеть в тюрьме. Не волнуйся, мы его выследим и прогоним. Тайны Востока. Дополнительное задание у нас. Давайте сюда зайдем. Давай понаблюдаем из засады. Устроим слежку. Вон, тот кот стоит без дела. Давай его расспросим. Хорошо, как скажешь. Эй, подозрительный селянин, что ты тут делаешь? А он молчит в ответ нам. Ух ты, он сбежал, но он оставил след за ним. И он опять в пещеру. Мяу, он сбежал в подземелье. Расчисти путь, уничтожь всех чудовищ. На 15 уровень. Ага, бета-руины. И опять у нас тут эти руки. Будем их жарить магией, как и раньше это делали. Вот так вот. Ну, я думаю, наверное, разика два придется все-таки по ним жарить. Ну все, все, хорош, рассыпайтесь уже. Отлично, просто великолепно. И еще парочка рук. Им не поздоровится. Ну-ка, разок еще. О, а у нас нету магии. Придется бить летающих мышек, чтобы накопить ее. Конечно, конечно, ага, разогнались. Тихо-тихо. Так, давайте-ка вот эту парочку, наверное. Ай-яй-яй, а бьются больно, ребят. 38 хп снимают сразу же. И это никуда не годится. Так, тихонько. Отлично. Ах ты, елки-палки. Сейчас я, по-моему, тут доиграюсь. Нет, все нормально у нас получилось. Давайте добивать эти руки. Мне бы, если честно, хотелось бы получить уже уровень. Ага, даже подхилиться не смогу. Ну да ничего страшного. Все, мы сейчас скоро с вами получим уровень. А из ящичка нам выпадает... Это что такое? Мохнатая булава. Отлично. Надо будет ее потом посмотреть, хороша она или нет. Ага, белочки. Белочки. И опять руки. Давайте руки, наверное, с вами разбомбим. Потом, наверное, мы получим с вами 14 уровень. И уже пойдем на белочек. Жарим. Ну давайте, все, хорош, отлично. Вот, как я и говорил, 14 уровень. Здесь у нас еще ящик, но открыть мы его не сможем.
так как у нас почему-то нету ключей для этих ящиков. Не понимаю, где их брать, если честно. Так, одну белочку убили. И еще одна у нас тут. А там вдалеке еще две. Ну что ж, придется с ними немножко повоевать. Ага. Да куда, куда? Тихо-тихо. Опа, мимо. Хорошо-то как, а? Выходит у нас все. Ну давай, давай, все отлично, ребята. Очищено. Чтоб его собаки драли, сбежал. Да не беда, я думаю, мы догоним его с Мури. Не переживай ты так сильно. Выходим. О, еще один след, в погоню. Ё-моё, понятно. Значит, этот охламон от нас убегает. Правда, я, честно говоря, не знаю, за кем мы сейчас охотимся. Но да узнаем, видимо, сейчас даже. Он побежал по берегу озера. Посмотри издали. Можно побежать следом, а можно на перерез. Слушайте, я, наверное... А как на перерез? Давайте будем вот так вот бежать по следу. На перерез не получится, у нас тут озеро. Я вижу его, скорее. А, вот он стоит, смотрите. Стой, дернешь лапой, пеняй на себя. Мяу, не надо меня бить, сэр Давакот. Я все объясню. Я слушаю тебя внимательно. Я повар Махнолап из Западного Лапска. Вибриса есть моя сестра. Мы, у нас здоровая кулинарная конкуренция. Но в последнее время что-то не так пошло. Интересно. Ты о чем это? В последнее время она ведет себя так, как будто не узнает меня. Хм. Помогите, она же моя сестра. Ты беспокоишься о ней? Ладно, мы тебе поможем. Мурси, приезжайте в Западный Лапск, я буду вам рад. Вот, возьмите это в знак благодарности. Кольчужный шлем уровня 8. Хм, лучше не говорить об этом в Вибрисе. Следующая остановка — Западный Лапск. Ну здорово, ты просто меня порадовал. Нет, давай мы будем следующую остановку делать попозже в Лапске, а сейчас будем здесь все разведывать. У нас еще столько заданий невыполненных и очень много досок почета, где тоже надо брать задания и выполнять их. Давайте их здесь глянем. Король Лев, 20 уровень, слишком жирная, да, для нас пока. Мы всего лишь 14 уровня. Так, куда мне эта стрелочка-то ведет? Я думаю, никуда хорошему, по-моему, если не ошибаюсь, к дракону. Нам нужно с вами поднимать уровень. Помните, он сказал, что нам нужно очень много сил, чтобы сразиться. Так что предлагаю вам сбегать в какой-нибудь город, найти задание и немножко нам подкачаться. Только вот куда идти, пока даже не пойму. Давайте мы проверим, куда вот эта стрелочка нас, наверное, приведет. Ой, нет, она ведет нас к дракону. Так, я вижу, у нас по левой стороне есть задание. Вон там он, ближайший городок. В принципе, можно до него добежать. Вдруг что-нибудь хорошенькое нам дадут. И не такое уж сложное. Здесь у нас ящик, понятно. Вот, смотрите, едоска здесь есть. Сейчас все посмотрим. Побег на 15 уровень как раз для нас. Тут записка. Помогите мне, я в первом доме. Говорите через дверь. Хм. А, вот, здесь это все. Скорее, я не хочу снова забыть себя. Меня зовут Мауган. Мауган? Это значит забыть себя? Я проснулся, я не знаю, как я тут оказался. Я хотел уйти. Что-то не пускает меня. Поможете мне помочь разрушить препятствие? Не волнуйся, мы тебя вытащим. Надо выяснить, что здесь происходит. Ага, хм, не чувствую ничего необычного. А здесь? У меня усы покалывают, и это верное направление. Ага. Еще чуть-чуть дальше. Ай, придется, наверное, вот так вот сделать. Иди сюда. Отлично. Хм, слишком влево забрал. Ну, давай сюда возьмем. Почти пришли. Да ладно, опять пещера, что ли? Это в той пещере, понятия не имею, как разрушить эти чары. Нужно расправиться с чудовищами, с этого надо начать. Ну, как всегда, двойная пещера у нас. И здесь, смотрите-ка, новый вид монстриков, это какой-то дракончик. Я так понимаю, что это ледяной. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Точно, точно ледяной дракон. Ладно, посмотрим. Оу, какой же я тут слабенький. А они довольно сильные, противнички-то. Ой-ой-ой-ой, не знаю, справлюсь ли я сейчас.
Но с дракончиком вроде бы справились. Так, три летающие мышки у нас здесь. Так, потихонечку. Ну, эти-то более-менее еще такие легенькие. Иди сюда, мышка. Вот так вот. Дальше у нас кто там, я смотрю. Овечки, еще красный дракон. Хорошо, давайте посмотрим, что здесь у нас в сундучке. Оу. Мохнатая броня. Вот оно что. Кстати, у нас мохнатая булава, сейчас мохнатая броня. Плюс 4 к атаке. Наверное, будем брать, ребята, с вами. Фиг с ней, с этой магией. Нам нужен урон. Так, и мохнатая броня. Оу, довольно неплохо. Кольчужный шлем. Хм, наверное, вот так вот мы с вами пока и оставим все. Давайте вот здесь вот с этого края оббежим. Иди сюда ко мне. Оп-оп. Не тут-то было. Слушайте, а вот эта вот булава намного сильнее, чем у нас до этого был топорик. Смотрите, как я кромсаю. Уже намного лучше. Так. Главное вовремя, блин, откатываться. Тихонько, тихонько. Эй. Ага, успел. Успел. Все. 15 уровень мы с вами получаем. Растем, ребятушки, растем. И дракончик был опять ледяной. Да, конечно, ага. Не тут-то было. А вот ледяной дракончик все равно по-прежнему довольно сильный для меня. Получает он очень мало урона. Но, в принципе, и жарит-то он тоже не так уж сильно. То бишь терпимо. И он на меня еще, оказывается, накладывает заморозку. Я очень медленно двигаюсь. Но, опять же, кратковременное. Давайте, мышки, пора с вами распрощаться. Вы выкапываете амулет. Святые укотники, что-то происходит. Амулет исчезает. Магия рассеялась. Давай вернемся и посмотрим, сработало ли. Хорошо, как скажешь. Да я думаю, что должно сработать. Вначале вот тот вон сундучок мы с вами откроем. Вдруг там что-нибудь такое полезненькое для нас найдется. И... Ага, по-моему, уже такая была броня. Мохнатая броня, уже 5 уровень она стала. Интересно, а если мы наденем мохнатую броню и мохнатую булаву, у нас будут какие-нибудь, как типа сета, прибавки к ударе, там, или к магии, или к силе? Ладно, потом все это посмотрим. Барьер разрушен, я свободен, словно птица в небесах. Погоди-ка, как это получилось и что с остальными селянами? А хек вареный его знает. Проверь доску заданий еще раз. Оу, это было в доме, вот, возьми. Жилет мага 9 уровня. А теперь прощай, ха-ха-ха. Задание выполнено. Ну, неплохо, почему я не могу отдохнуть? Жертва на 20 уровень. Хорошо, давайте его возьмем, попробуем пройти. Еще один амулет, кажется, он другой. Магия этого амулета слишком сильна. Тут четкий магический след. Заклинатель хочет, чтобы мы его нашли. Жертва задания у нас. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда продолжать. Продолжать бежать по следу. Интересно, куда нас приведет он? Так, а здесь у нас обелиск. Давайте чеканем. Статуя, смотри-ка, тут какая-то надпись. Долгие годы великие и древние сражались с драконами. Это время получило название «Драконья война». Интересно, а еще такие есть? Ну, конечно, есть, Смури. Сколько раз тебе повторять? Их здесь куча. Помогите, умоляю. Слышал? Вон там, рядом с кустами. Лапы вверх, чудовище! Ну, это разве чудовище? Это так, для разминочки нам. Ага, попали все-таки по мне. Да что ж такое-то? Слишком самоуверенный я стал, да? Ничего не боюсь. Так, давайте-ка. Ну все, все, белочка, хорош. И тебя до кучи. Ёлки-палки, надо было подождать. Некогда нам ждать, надо добивать. Все. Никого нет? Хм, давай продолжим. Ложная тревога, оказывается, была у нас. А ну-ка, поспать я здесь могу? Могу, заодно и сохранимся. Сохранение никогда не будет лишним. Чтобы не начинать потом, в крайнем случае, какого-нибудь поражения или неудачи с самого начала.
Так, мы здесь пройдем потихоньку. Мяу, помогите. Это точно не послышалось. Вон там. Опять кто-то тут в кустах. Все это очень как-то подозрительно, если честно. Но сначала мы разберемся вот с этими белочками, чтобы они нам не мешали. Так, отлично. Ой-ой-ой-ой, тихо, слишком много их. Ну давайте, 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 используйте свою магию, а я уже с вами разберусь после этого. Тихо, тихо. Все, последняя осталась. Отлично, правда там еще две летающие мыши. Давайте их тоже до кучи, наверное, шлепнем. Куда, куда? Так, все пока хорошо. Минус одна. И сейчас будет минус вторая. Готовы. Ну-ка. Опять никого? Пх, ну и ладно, пойдем. Мурси такой легкомысленный, да? Ух ты, ребят, смотрите, новые монстры у нас какие-то появились. Ого, Давакот. Ты же в курсе, что чем дальше на север, тем сильнее чудовище? Я уже это понял, я даже вижу. Опа, а здесь у нас, смотрите, какой-то маг стоит. А ну-ка. Это же ты. Понять не могу, ты же добрый. Ты же помогал всем котам по пути. Почему ты помогаешь какому-то злому? Это мы-то злые? Ну все, крышка тебе. Кошачья драка? Мяу. Не понял. И? Что? Я не могу к нему пройти, ребят. Ого, это кто такой? До победного конца. Так. Ну-ка, на проверку. Ого, как он бьет-то сильно. Да ладно тебе. Оу, по 40 отнимает. Очень и очень странный кот это или кто, вообще не могу понять. Какой-то как голем или фиг его поймешь. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, ребята, мне очень мало хп. Я думаю, что мне придется отсюда, наверное, сбегать и бить каких-то монстриков, чтобы у меня была магия. Без магии я не могу не подхилиться, ничего. А ну-ка, из-под тишка. Иди сюда, хламон. А, ребята, это, видимо, какой-то обычный кот. Но у него очень прикольный наряд. Мне очень нравится. Да. Так, почитаем, может быть, здесь, а? Статуя, смотри-ка. Тут какая-то надпись. Мы мало знаем о великих древних, но известно, что эти руины — все, что осталось от некой великой цивилизации. Интересно, а есть еще такие? Устал я уже говорить. Да, есть. А ну-ка давайте посмотрим, кто это и что это. Какая-то свинья. Но в любом случае, хотя бы вот эти монстры уже похожи действительно на каких-то, я не знаю, бизонов. Тут вообще такие. Не могу понять. Похоже на свинью чем-то, но с рогами, в то же время с шипами. И такой же лохматый. И очень-очень жирный. Вы посмотрите. Да, я его пока пробью, тут придется попотеть. Хорошо, ладно, давайте мы его разберем, попробуем, по крайней мере. А дальше посмотрим, что нам делать. Лишь бы он только один здесь был, вот второго нам не надо здесь. И, кстати, он очень медлительный, вы сами видели, как он долго замахивается перед тем, чтобы сделать свой удар. Это нам очень даже в плюс идет. Мы-то шустрые, ловкие, а он медлительный. Причем у него нет никакого магического удара, он просто он бьет и все. Готов. Слушайте, ну опыта дают за него неплохо. Подхилимся. Слушайте, маловато у меня подхила прошло. Я не знаю, вряд ли я, конечно, смогу сейчас завалить того кота. Давайте-ка мы еще вот этого одного бизончика с вами завалим. Тихо. Слушайте, ну он медлительный, но я думаю, если я попадусь под его удар, он мне так треснет, что мало не покажется. Поэтому я не буду рисковать. Лучше лишний раз откатиться и переждать этот момент. Ага, вот так вот. О, я вдалеке-то, смотрите, кто у нас тут. Вот так вот. Все равно маловато чувствую я. Дайте монетку заберу. О, тихо. Не надо мне вот этого вот сюрприза. Так, подхиливаемся. Да что ж такое, почему так мало идет подхила, а? А, все, ребят, я понял, почему идет так мало подхила. В данный момент тихо. Оу, вот это он мне вжарил. У меня сейчас просто стоит оружие ближнего боя. Если бы была бы магического, то, поверьте мне, я бы подхилился бы что надо.
А так нифига, не прокатит. Есть одно предложение у меня, ребятушки. Давайте сбегаем с вами, сделаем какую-нибудь миссию. Хотя бы уровень один поднимем до 17-го. А потом уже вернемся и попробуем накумарить этого кота. Оу, дракончики-то тоже такие уже довольно сильные. Или у меня уже довольно слабое оружие. Тут два варианта. Третьего не дано. Так, а вот тут у нас какие-то еще катакомбочки, смотрите. Можно, наверное, туда сходить, если уровень позволит. А ну-ка, 25-й. Ну нет, это слишком шикарно для меня, я не потяну там. Можно заглянуть в кузницу, а вдруг нам что-нибудь дадут хорошего, да? Кузница Кошелатки. Так, денег у нас 516 золотых, так что есть понт сыграть в рулеточку. Так, давай, что ты мне дашь? Топорик, ага, и уровень 4-й. Да, давай-ка еще разочек сыграем. Что ты дашь мне? Ага, магическое что-то. Капюшон белого мага. Ну, давайте, наверное, последний разок сыграем. Что ты нам дашь? Что-то не то. Кольчужный доспех 5 уровня. Так, ну-ка давайте прикинем. В принципе, вот это можно, да, взять? Плюс 6. Ага, к ХП. А где у меня... А, вот оружие ближнего боя. Ну и что мы здесь можем с вами взять? Вот это не то, слабое. Давайте, наверное, тогда топорик. Плюс 5 к ХП. Итого 153. Конечно, мне бы лучше бы урона побольше наносить, чем жизни. Но, тем не менее, ХПшки тоже лишними не будут. Тем более, там кошара этот жарит не по-детски. Так, дракончик. Дракончик, ну ты сам напросился. Ну, вроде бы неплохо ударяем мы, да? Смотрите. Две заходочки, и он готов. Так, у нас тут еще один обелиск стоит. Ух, сколько вас здесь, а? Аж целых три штучки. Уже две. Тихо, тихо, не буянь. Не буянь, маленький дракончик. Я пришел с миром. Ну, я как понимаю, вы не хотите мира, поэтому получать будете по полной программе. Оу, еще один обелиск. Статуя с надписью. Именно Давакот нанес драконам сокрушительное поражение. Вскоре после этого драконья война была окончена. А интересно, есть еще такие? Ну, конечно, есть. Вот, вот она следующая. Да, статуя с надписью. Справиться с драконами было нелегко, даже великим древним. Но в самый отчаянный момент пришел Давакот. В общем, Давакот всех спас. 25 уровень, это больно жирно для меня. Ну что же, наверное, можно будет, в принципе, рискнуть попробовать этого кота. Я бы с удовольствием бы сейчас ходил бы, честно говоря, в пещерку в какой-нибудь на уровень так 15-12. Попробовал бы всех там разбить и получить левел. Давайте-ка, наверное, возьмем... Нет, не будем. Пока не будем. Ладно, оставляем все как есть. Подхил. Ой, смотрите, какие красавицы тут стоят. И белочка, и летающая мышка. Блин, на них очень мало опыта зарабатывается, так что как-то не особо мне это нравится. Бегать по карте и бить мобов, согласитесь. Невыгодно. Тем более их здесь очень мало по карте. Надо нам их много, скопления. А это у нас только в подземельях бывает. Так что давайте, наверное, с вами искать какое-нибудь подземелье. Хотя можно попробовать все-таки сходить. А ну-ка, иди сюда, мышка. Сходить еще раз на этого кота, попробовать. Получится, не получится, будем искать тогда с вами подземелье. Вперед и с песней, как говорится, да? Трусы не пьют шампанское. А мы с вами не трусы. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй. Очень критично здесь все. Не потяну, ребятушки, не потяну. Так что будем искать с вами какое-нибудь ущелье, я не знаю, где можно поднять себе левел. Всего лишь один уровень, я думаю, нам очень хорошо сыграет на руку. Подхил. Но, видите, нельзя мне брать другое задание. Иначе я сброшу вот это, которое сейчас прохожу. А ну-ка, мохнатая пещера. Вот, то, что надо, на 15 уровень. Вот здесь у нас как раз и руки, на которых мы с вами сейчас и будем поднимать свой уровень. Да-да-да-да, конечно. Но, как видите, здесь и невооруженным взглядом видно, что... Придется нам их бить три раза. А если бы у меня сейчас был магический посох и мантия, то достаточно было бы и одного раза по ним вжарить, чтобы они рассыпались. Так, ты куда здесь прибежала? Я что-то не понял, а? С какого ты перепуга здесь забыла?
все, отлично. Одна рука осталась, сейчас мы ее добьем. И 17 уровень у нас не за горами, как вы видите. Я думаю, мы эту пещеру пройдем и уже как раз заработаем. А потом сразу же рванем на того кота. Ну-ка, давай, иди сюда, чудище. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ладно. Ай-яй-яй-яй, что ж такое-то? Какой же ты вредный, а? Ты посмотри. Ох. Лишь бы выжить. Да хорош ты уже тут свои шипы выставлять, а? Получи. Все, отличненько. Ну, наконец-то мы получаем с вами 17 уровень. Я думаю, что мы не будем с вами лупить вот этих вот белочек. Сразу пойдем на кота и будем пробовать. Только вот эти заберу сейчас. Оп. По одной экспы. Ну, надеюсь, что у нас из этого что-то выгорит. Так, давайте мы, наверное, с вами сохранимся на всякий случай, да? Вдруг все-таки не выгорит. Игра сохранена, отлично. И прямиком туда бежим. Ну что ты ко мне прицепилась, а? Вот что? Тебе надоело жить? Ну, сама напросилась. Ага, кошара ходит. Ждет меня. А ну-ка давай приступим. Ага, не тут-то было. Опа. Так, ребят, у него, в принципе, тактика в победе не очень сложная. Вот он ударяет, использует магию, потом еще одну магию. И у него остается на удар. Вот так. А теперь бьем. Короче, вот эта магия не опасна, которая расходится в стороны. Ну, я в плане того, что молнии. Поджарим маленько. Да, очень слабо отнимает у нас, конечно, огонь у него жизни. Но, тем не менее, как видите, половинку хп уже мы с него сняли. А ну-ка, вот так, мимо. Все, 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 успокойся. Успокойся, котик. Блин, маска у него классная, мне нравится. Знаете, чем-то напоминает, как в этом... В Варкрафте у короля лича, помните, была такая же. Так, ну-ка давай иди сюда. Опа, мимо. Даже меч чем-то похож. Только сейчас заметил. Ой, да вот и все. Вот мы и победили. А теперь давай пропусти нас, злой колдун. Стой, мне надо найти Маугана, пока он всех не перебил. Маугана? А ты разве не злодей? Я Мурлин. Мауган позволил магии завладеть своим рассудком. Я опустил на город завесу, чтобы запереть его там. Ага, хорошо, Мурлин. А зачем заманивать остальных котов в город? Чем больше котов, тем прочнее завеса. Но коты перестали туда приходить, поэтому завеса ослабла, и он проснулся. Собачий хвост. И как нам его найти? Я пытаюсь навести поисковые чары. Уже почти готово. Я позову тебя. 18 уровень, ребята, и еще 2 уровня, и у нас будет 20 левел. Это я уже немножко наперед скаканул. Так, и у нас с вами стрелочка. Стрелочка куда-то ведет. Побежали тогда по ней. Как говорится, не отступать и не сдаваться. Высокие холмы пробегаем с вами. Дельта руины, мы здесь с вами были. Пробегали, по крайней мере. Ага, вот. Ладно, давайте рискнем, посмотрим, что это у нас за дракон такой. Иди сюда, красавец. Опа, и мимо. Ой-ой-ой-ой. Так, значит, понятно. Он у нас делает всего... Опа, два вида. Магией жарит и удар. Больше я пока у него ничего такого серьезного не вижу. Давайте. И хорошо, что у нас здесь довольно большая площадь для отбегания. Задел таки, а. Плюс 50 маны он себе восстанавливает. Давайте, давайте, давайте жарить. Мимо. Так, ага, вот он, значит, ударяет, потом магию, и после этого уже можно его спокойненько, блин, бить. А? Правда, он как-то все это довольно быстро делает. Ну что же, как сами видите, половину хп уже сняли мы с него. Осталось только начать и добить. Оу, а вы-то откуда здесь появились? Я вас не звал. Так, давайте подхилимся. Ну, иди сюда, медлительный ты наш. А? Как тебе? Как тебе, спрашиваю? Не нравится. А теперь моя очередь. Давайте вот так и еще вот так вот. Вообще шикарно, ребята. И мы, как видите, побеждаем этого босса. Мура, мы лучшие. Это точно, Мурси. Пламя-клык. Уровень 2. Ого. Вот это нам меч достался с вами. И задание выполнено.
Мне мерещится? Это же твоя сестра. Откуда он может знать, как моя сестра выглядит, если он ее ни разу не видел? Так, погоди-ка, что здесь не то? Бу! Ага, он решил напугать меня. Ха-ха-ха, понравилась вам моя иллюзия? Мяу, верни ее! Еще рано, маленький дух. У меня еще осталось два дракона. Следующий ждет вас в воде, мухаха. Да, он действительно озадачил меня прям своим предложением. Ха-ха. Я прицепил к дракоту волшебный маячок. Теперь этот кот драный приведет нас прямо к твоей сестре. Пошли по его следу. Отлично, ребята. Ну что же, мы отправляемся с вами кота. Вот он, пламеклык. Давайте оденем. Ух ты, как красиво он смотрится. А я его сейчас еще и испробую. Недурно, совсем недурно. Ну что ж, давайте я по-быстренькому сейчас с ними разберусь. Потом, наверное, мы пойдем с вами в деревню. Сохранимся. Ну а уже продолжать, наверное, придется в следующей серии. Так, и где у нас здесь ближайший городок? Или населенный пункт? Пока... А, во, вижу, вижу. Так, отлично, давайте мы с вами сохранимся. Ну, а на этом я буду завершать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся с вами в следующих сериях. А на этом все, всем пока, до скорых новых видосиков и удачи вам!